93 года назад не стало вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. 21 января в областном центре владимирские коммунисты почтили память основателя советского государства. Сначала они возложили гвоздики к подножию памятника на площади Ленина, а потом на Соборной площади. Он оставил большое наследие идей, которые до сих пор живы во всем мире. Я уверен, они еще долго будут приносить пользу. И не зря в свое время Альберт Эйнштейн, восхищаясь Лениным, говорил: «Ленин заслуживает уважения хотя бы за то, что он на 100% отдал себя, свою жизнь, служению светлым идеалам, идеалам социальной справедливости». Подхватила тему наследия Ленина депутат Законодательного собрания Владимирской области Лариса Емельянова. Я считаю, что не надо ничего больше изобретать, не надо ничего больше писать, никаких научных трудов. Все, что нужно, все написал Ленин. Если у вас есть вопросы на какие-то ответы, то читайте Ленина. Там есть ответ на все вопросы в его работах. В рядах партии КПРФ насчитывается 1400 жителей области. Во Владимире в акции приняли участие около 100 человек. Максим Палагин, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.